десяточка стоит. Где? 1 500 000 просит. Это город Актобе, авторынок. Кент продал свою машину. Говорит, пойдем на базар, говорит. За 1500, говорит, 600, говорит, машину возьму, говорит. Просто учет. Я говорю, ну пойдем. Приценимся, посмотрим. Самое дешевое это здесь 900 тысяч рус учет. Так что нехило. Так что забудьте такие цены. 500-600 тысяч. Российский учет. Че, Саки, как тебе цены? Шоки. Шоки, да? Ну, вот. Так что сейчас такие цены нету на базаре. Что меня удивляет, откуда такие семерки идеально они находят, да? Да. Десятки. 14. Всем удачи дня. Это авторынок.